Он гуляет сейчас в слоях. Afterburner 40 грамм. Мне кажется, я смотрюсь идиотом, когда я вот так вот сам с собой болтаю. Опа, есть. Хорош. Так, ну вот сегодня хороший денечек для того, чтобы проверить малого атлантического тунца. Сейчас его вполне достаточно в непосредственной близости у берегов. Поэтому сегодня будем его ловить. А как мы его будем ловить, я сейчас покажу. Принцип ловли малого атлантического тунца очень простой. Как можно дальше кидаешь и как можно быстрее проводишь. Прям буквально верхний слой воды. Будет даже хорошо, если приманка чуть по воде пробежится. Это очень хорошо привлекает внимание лутца. Я ловлю 40-граммовым пилькером, джигом пилькером. Ксеста Afterburner 40 грамм. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот он на поверхности себя никак не проявляет, но он гуляет сейчас в слоях. Как правило, типичное его поведение – плескаться на поверхности, когда он питается. Сейчас его не видно, но это не значит, что его нет. Он крутится около берега в слоях и ест малька. Набирает жира. Набирает жира, и так он будет питаться буквально, я не знаю, всю весну. Поехали. Как только приземлился джиг на воду, сразу мы его гоним. Если рыба проходит мимо, она не пропустит такую приманку. Принцип простой. Кидаем далеко, проводим быстро. Вот так. Примерно 100 метров получается забросить. А спиннинг у меня тестом до 45 грамм. Я кидаю 40 грамм джиг. И как только он приземляется, веду его быстро поверху. Он идет буквально 10 сантиметров от поверхности, иногда выскакивая и делая привлекательные для малых тунцов пузырики. Опа! Глубина здесь от 5 метров прямо около меня до 8-10 на выбросе. Тем не менее, тунцы здесь бегают с удовольствием. Не только тунчики. Здесь еще частенько появляется пеланида, амберджеки, барракуды. Любые пелаги, которые, в принципе, есть в Адриатике. Единственное, кого здесь нету, это тунцов. Тунцов, которые блюфины. Еллоуфины, крупные тунцы. Для них все-таки здесь мелко. Со стороны, мне кажется, я смотрюсь идиотом, когда я вот так вот сам с собой болтаю. Что-то сам себе рассказываю. Здесь, правда, никого нету. Чтобы на меня кто-то смотрел. Быстрая проводка поверху. Как только приманка приземлилась на воду, мы сразу ее гоним. Сразу. Возможно, если место ловли с глубиной более 10 метров,
то, может быть, и имеет смысл опустить приманку поглубже. Но здесь он очень рядом с поверхностью, поэтому я провожу именно поверху. И быстро. Такие места ставят малого практического тунца. Пролетают очень быстро. По пути кормишь мальком. Далекий заброс, быстрая проводка. Как только упала приманка на поверхность, сразу гоним. При такой быстрой проводке жиг создает интересное завихрение воды, на которое очень хорошо реагирует рыба. Так, особенно такая рыба, как малоатлантический тунец. Если жиг выскочит на поверхность и поплюхается немножко поверху, это даже будет еще лучше. Это еще лучше привлекает тунцов. Ну вот в верхних слоях обычно бегают не крупные экземпляры. Более крупные обычно сопровождают стаю чуть ниже, либо чуть дальше. Поэтому если хочется поймать именно крупный экземпляр, то пинкер нужно притапливать. Но это рыбалка такая, что не гарантированно именно крупные экземпляры. В то время как если ставить своей целью именно небольших тунцов, то лучше гонять приманку поверху. Нужно просто дождаться, когда они будут проходить мимо. Они стоят на месте, крейсерская скорость малого атлантического тунца 35-40 км в час. Чайки вот крутятся. Видимо, это, кстати, хороший признак того, что рыба где-то здесь бегает, когда крутится сверху чайки. Если в воде ничего интересного не происходит, чайки не будут летать. Тем более крутиться и характерно зависать над каким-то одним местом. Так что продолжаем. Опа, есть. Есть. О!
Ах, сошла! Блин! Ну ничего. Сейчас доловим. Ух, прям под берег он взял. Ух ты. Иди-ка сюда. Оу. Оу. Слиток серебра. Торпеда. Торпеда. Ох, хорош. Вот он. Вот он, малый атлантический тунец. Собственной персоной. Ну иди сюда. Пошли, парень. Надеюсь, ты выживешь. Очень надеюсь. Но не уверен. Опа, есть. Сюда. Ну вот он, красавец. Хорош.